Сейчас слышно вам меня? Слышно, нет? Что там? Я вас слышу. Я хорошо слышу. Вот так вот вас сюда. Туда? Не знаю. Звука нету у вас. Звука нету у вас. Ну вот я не знаю, что. У меня нормально, все нормально у меня. У меня вот хорошо. Я сейчас напишу, печатать. Ну так слышно, нет? Не знаю. Не знаю. Все, все. Нет, так, ну три человека нас. А Володя побежал или нет? Он уехал как что-то с Евгением. Я не знаю, где они даже. Обычно он возвращается, а я все в интернете сегодня. Это через Chrome туда. Вошел, и хорошие беседы были. Так что я уже даже устал. Но все равно пойду. Скачаю, уберу там лишнее. Сегодня я говорил проповедь на премудрость Соломона. Опять же о слове, что живы мы не плодами земными, а словом живым. Послушаешь. Я уже послушал. А, это мне Сергей Павлович там, да? Да. Грешен нас есть, мы окаянен. Это он. Вы, ребята, вот что давайте. Потом отдельно поговорим, о чем я раньше говорил. Вот Сергей вчера говорил с Сергеем Евтушенко, обсудите этот вопрос, нигде не публикуйте. И хорошо, хорошо, обдумайте и сделайте. И мне только сообщите, когда все будет готово, скажите, приступаем к блокировке там или... Как сделать, чтобы ролик, который человек гоняется за мной, чтобы он его не мог найти? Не мог найти. Он находит и вырывает, там жалуется. И сделать так, чтобы он был неузнаваем. Значит, и сменить картинку, и добавить какой-то фон, сделать, увеличить его тяжесть. Ну, заставку, все другое сделать. Но чтобы она сохранилась. Это мой, мои беседы с ним были. Вы знаете, о ком говорю. Поэтому, ну, нельзя там такое дорогое наследие. Вы же много лет ушло на это. Он разбойничает. И почему мы должны позволять? Хорошо обдумайте, как сделать, чтобы система не могла ему показать. И при том, каждый, кто будет делать это, ставить у себя там везде, и чтобы меняли они там хотя бы картинку. Потому что он рано или поздно наткнется где-то, чтобы... Ну, не так просто было. Вот помните, есть такой канал... Обличитель Лапкина. Да, есть. И вот там все видео именно сделаны таким образом, чтобы не нашло, чтобы вы не могли подать. Ну, то есть там звуки какие-то, шумы специально сделанные. Да мне так. Вот это. Меня это не касается. Что они говорят, мне некогда. Они бьют пустоту, меня там уже нету. Они нет, я говорю, что метод применен тот, вот этот ролик, они у вас крадут. И его там изменяют, и уже его нельзя как бы, ну, определить. Машина не может определить, я что это знаю, копирование. Я этим не занимаюсь. Если бы занимался, это... Сергей, Игнать Тихонович, да. Сергей Евтушенко сказал, что если добавить, вот как вы говорите, к ролику, там чуть-чуть, там или там впереди, или сзади, это ничего не даст. Нужно это именно сверху накладывать музыку. Вот так, и он так и сделал. Я единственное, что я... Картинки поставил вот наши, как говорится, нет, визитки, потому что, ну, думаю, картинка, она никак, он по картинке не высветит. Выследить там можно, что-то картинке, дерево поставил, что это можно выследить, видеть, как люди, как одеты. И надо сделать, чтобы он не мучился, прекратил мучение. Ну, может, какое-то здание там или что там, как обычно это бывает. Ну, такое... Надо Златоуста поставить, Златоуста. Секта Златоустовцев. За то, что мы его распространяли.
Ну, они такие, ничего не знают. Ну, ребята, давайте, братья, идите, об этом возьмите, не бросайте, закончите это дело. Там много, много материалов. И важно сделать, чтобы он у него не уничтожал. Он уничтожает, лезет, отбирает и жалуется. У него, он говорил, у него воспаление мозга, он болеет. Он тяжко больной человек. Нет, мы уходим тогда. Ладно, с Богом тогда. Давайте. Да можно сейчас в рулетке же без ограничений выходить, чтобы не заблокировали. Можно и Библию показывать, все что угодно. У меня, видишь, я показал с другой стороны, вот я так, кто был, я показал свое, это показал, вот показал вот так вот. И они это зафиксировали и засчитали, что реклама. Это Коран в руках. Вы в поисковике забейте чат рулетка без ограничений и на том сайте делайте. Да я не знаю, мне это нравится. Я не хочу оттуда уходить. Я вот на другой меня переключили, тут помогли. Я там сидел полчаса и ничего не могу сделать. Совершенно другое. Выскакивает, исчезает, и даже на минуту нету. Ни одной беседы не было. Но главное, сидела у меня тут это Гладыщук Елена, ну и только беседовать-то. Я говорю, ты сиди рядом-то. Она сидит, они на нее смотрят, меня не видят. Мусульмане. Вначале уже вплоть до того приехать, как и проще. Она сидит, улыбается. Я говорю, ты говори им. Она говорит, они рот так разинуты сидят. Ничего никак. Мне пришлось все заменить на Надежду Васильевну. Так ее и то бабку начали мучить. Там в Библии написано, жеребцы не, женонеистовые. Даже ничего не говорит. Я ему говорю, он не слышит. А где ты живешь? А сколько тебе лет на нее? Притом не один, а все, которые заходили, все одинаковые. Ни одного по-другому не было. Так что там спрашивать нечего. Ему официально разрешено то, что у нас лютейший разврат считается. А у них это святость. Ну так, братья, давайте. Расходитесь. С Богом. Расходимся. Давайте, все. Ладно. Это я на Калахармушке нахожусь. Здесь вот так вот. И вот там без моего разрешения вот все сделали. Чтоб тепло было. Заложили к окну. Ну, тепло или не тепло. На главное, что туда вода попадала. Я говорил убрать. А теперь оторвало ветром. Вот попросил сегодня убрать все. И вот она висит карманом. Да еще главное на это. А я бы выдергал, я не люблю это. Да и нет у меня ее. Вот такое дело. Сегодня у нас 21 февраля уже. 21 2020 года. Ты не выдави окно только ей там. И там вон сколько. И третье окно. Три окна. Это вот этот. Надежда Васильевна три окна принадлежит. А нам с Володей вот эти вот два. Вот. Забили, пропенил он ее. Вот это вот. Три. А, из трех окон, с той стороны тоже у нас. Тоже. Телефон. Телефон был, да? Или у меня? У меня. А, вон что. Ну ладно, тогда я больше снимать не буду. Писал, говорю, молитесь, мы в чат-рулетке. Только написал и буквально вот минут через 5, такой хороший разговор был последний. А перед этим один сначала отматерил, сначала слушал, потом я сказал, что ну, сегодня праздник и воевать нельзя, как он давай меня материть, да из-за таких, как вы там, ну, в общем, я говорю, так никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, ну что это, ладно, удачи, в конце удачи пожелал, отключился. А последний разговор был, ну, не верит, и вот говорит, докажи мне, что Бог есть. Ну, долго-долго мы как бы беседовали.
тоже и опыт у меня тоже появился в разговоре с различными людьми. Вот. Ну, во всяком случае, поблагодарил в конце. А то первый ответил. Почитай вот это пособие по беседе с с людьми различных убеждений. Там о Библии такие факты я сам не знал. Там по цифрам это вообще что-то несусветное. Там вероятность, что такое может совпасть, там сексиллионы всякие, триллионы, триллиарды. Это вообще, ну, там числовые всякие, да, последовательности надо, такие. Надо подновить в памяти, да, почитайте. То такие вопросы задают. Я вот начитал, я сейчас отправлю. Как у вас, Игнат Тихонович? Хорошо. У меня, главное, такой большой разговор был, и человек такой приличный, прям, ну, только все. И в конце глянула, записи нету. Я все время забываю, потому что включи, а он уходит, у меня по таких вот ничего нету. А когда настоящее, то я уже ибо забыл. В конце только глянула, уже все, прощаемся. Оказывается, он... Человека два или три встретились, которые на моем видеоканале подписаны. Значит, да. Помаленьку работа идет. Да. А мне вот как только работа вот с мусульманами только поговорить можно. С остальными не поговоришь даже. Такие попадались вообще. Что не женщина, то прям хуже не бывает. Я уж думаю, надо отключать. Вот видишь, начинает кривляться, сразу выключать следующего. Потому что время зря тратишь на одного человека впустую. Да. А попался мусульманин, чеченец. Хорошие, по-хорошему поговорили так. Второй попался какой-то. Прямо искренне спросил, а что, говорит, почему вот Христос, разве Бог мог допустить так, чтобы его убили, распяли? Бог, я говорю, ну так это план Божий был. Он говорит, ну а как, почему такой план? Не может быть такого. Я говорю, ну вы ты Бога-то зачем ограничиваешь-то, не может быть. Мы его не ограничиваем, как написано, так и есть. И он такой, ну да, в принципе, так, как написано, так вы и верите. Ну хорошо, ты скажи, а человек может изменить, чтобы ну не было лета, не было зимы, не было ночи, не было дня? Раньше или позже наступает, в Библии написано, и не переменится, и будет всегда до кончины века. Зима, лето... Ночь, день. Мы можем изменить? Когда Бог сотворил это? Был вечер, было утро. Нет, а почему ты поиначе думаешь? Ну, может человек Богу выказывать недовольство? Зачем? Вот ровное бы место было, тут торчит какой-то рубильник на лице. А там в нем-то все и заключается. Тут греется воздух, ловится пыль. Ничего мы не знаем. Человек учится в медицинском университете. И где-то 5 лет, а у них 6 лет, да еще 7 лет. И знает по одному только, окулист, ухо, горло, нос, а глаза как, они же рядом здесь, а это другой кабинет. Раньше-то врач знал все, абсолютно, а сейчас нет. Они поразделили там где-то, и в этом разделенном деле-то и то еще так-то, крошки только знает. Вот я сегодня как раз об этом сказал. Затеяли, резать там надо что-то, качать, прокачивать. Я говорю, скольких после этого врачей, я же не против. Чего вы решили, что я против врачей? И меня везут, ну, городская, краевая, только не там, в другом месте находится, по травмам. Осматривают, назначают капли. Капли ничего не знают. Зачем упускают? Зачем врачи назначают? И резать меня ни один нигде не предлагал, как здесь, когда врач был чеченец. Я не решился идти. Каноны есть такие, которые берегут своих христиан. Чтобы не были вместе там в корчме, вместе не ели с иудеем. Почему? Боялись? Отравы? Не лечились? Почему? Может зарезать. По тем временам закон, значит, он оправдан был. Я лежал на операции, мне делал операцию еврей. Шойхет Яков Нахманович. Трудно найти такого хорошего человека. Ну, он доктор медицинских наук, профессор, там, замглавы администрации. И у нас такие отношения были очень хорошие. Я рассказывал, как он мне операцию делал-то, стоял, руки поднял, а я говорю, я помолюсь тогда, он руки-то уже вымыл, он поднял, вот так стоит, как будто молится. А рядом, говорит, у меня там Матрена была, она, ну, меня зовут его не Нахманович, а Наумович. Ну, Яков Наумович, сколько же можешь ждать-то? У нее чихнула, она замолкла.
Он дождался, когда я помолился, я не так долго и молился. Все, я говорю, все, ну ложитесь. И припоминает, все помнит, как меня в больнице, там, когда привезли, там летчик лежал один, и какие-то еще, и как вы с ними начали говорить, вы их всех разбили сразу. И главное, все помнит. Приехал в Потеряевку, и все мне напоминает. И говорит, а мне позвоночники делать операцию. Сейчас, говорит, новые платиновые какие-то пластины вставляют, я могу помочь. Ну, не потребовалось. Мне как-то очень удачно сделали операцию. Обычно это тяжело, и повреждение нервов. А врачи, он стал Долженко профессором сразу, подошли, у меня ногу щиплет, вы чувствуете, чувствуют. Они сами не знают, что они повредили. Так, обо мне он говорит, у них какой-то симпозиум был в Санкт-Петербурге, так он там рассказал об этой операции. Я уже на третий день, что ли, уже в спортзале был. Виктор Андреевич показал, что там делать, а поднимать. Ну, 3 месяца или сколько, нельзя было садиться, только лежать или стоять. Ну, стоя ел, ванну опрокинули на стол, а я тут тогда и ел, ванна кверх ногами. И это поэтому я не решился идти, не решился и не жалею об этом, потому что мне стало легко. Главное-то я приехал, зачем, все воспалилось, а утром сал еще нету. Так что, такое, брат, дело. Ну что, братья, все. Значит, уже врачи не советуют операцию? Вот эти, которые меня возила Елена, ты не один, даже ни намека не было. Ну что, теперь я в операцию, это мой глаз. И вот она лекарство дала, и сколько надо? 8 дней, кажется, по каплям, 4 раза в день. То я делаю, и у меня глаз чистый. А это только так на время, оно все на время. Зуб делает, а потом опять. У нас все время. А что спрашивают, и 9-й десяток идет. А я что прошел-то? Ну, перед компьютером посчитали сегодня, это почти 80 тысяч часов уже проходит. Ну, тут все высушено, роговица и все, а я не могу отойти от этого. Мне нельзя. Еще спрашиваются, ну, я хожу своими силами, все рушится. Ну, не до такой степени, чтобы за руку водить меня. Нет, я всех поблагодарил, а вы, они меня начали упрекать тут за собрание. Я принес, что врач написала, и собрал, говорю, кто врачи-то, ну-ка давайте-то. Ну, знаете, на меня, они гуртом бросились, полюби, как устройство, и там засорилось, там надо вот это делать, надо проколоть, надо то другое. Ну, не решаюсь, и все. Я вижу, а дальше от него пойдет на другой глаз, глаз. Вмешательство такого не требовал. Веками, тысячелетиями стояло на месте. Как-то же лечили. И мне вот удивительно, они на это не ответили вопрос. Почему? Ну, одна неправильная больница, вторая. Меня в разные больницы возила это, и Елена. И никто даже не заикнулись. Дают, легче будет, и второе лекарство уже купила. Но они маленькие-маленькие. Там, ну, вот она, я в руке держу. Там держать-то нечего. Пепелек там. Ну, кое-как выжмешь с него одну капельку. А потом она принесла алоэ, я привязал. Я вижу, и глаз при мне. Я говорю, почему-то написано, Езекия при болезни, там, Езекия кто? Он взыскал, говорит, не Бога, а врачей. Прям противоположность. С какой целью это написано? Это в осудительном плане сказано. И взыскал во время болезни не Господа, а врачей. Хотя врача не пренебрегай. Вот штука-то какая. Я благодарен Богу. Я живой. А теперь вы у меня тут есть, все поведете, знаете как. Мы видим, какой результат. Вот сейчас у меня заказчика идет. Там я, ну, еще до этого снимал. И Слово Божие сказал. Я вас вижу. Вижу у тебя, какие книги лежат. Иконы, могу сказать. Картинка какая-то, дерево такое, как в Японии, такое кривое, вверху только веточки. Как будто у берег моря и какие-то здания, если от меня смотреть слева. Правильно, нет? Это я вижу одним глазом. Правильно, да, это жена сшила. Больным глазом делал, я все вижу. Да еще надо-то. Катаракта. А катаракта это в этом возрасте сплошь рядом болеют. Когда уже совсем затянется, да. Они какую-то там, может быть, что-то делают. Ну, я не решаюсь. Вот такие, брат, дела. Я,
Я вот то, что вы по глазу говорите, я полностью за вас. Я себя просто ставлю на ваше место, себя. И мне вот так вот, если бы я не ставил себя на ваше место, то я бы думал, надо к вам к врачу, чтобы вам операцию. Но я себя ставлю, я бы так не боялся, не шел бы. Поэтому я, как вот вы, так и поступаю. Как вы. Глаз. Не поддерживаю я тех, кто вас гонит под нож. Не поддерживаю. Если бы порезал он, что он с него возьмешь? А какие деньги заменит глаз? В Греции было, я сделал операцию глазу, врач, и глаз вытек. Смертная казнь. О, как дорого ценили. А здесь ему ничего не грозит. Не туда отсунул. И знает, что через неделю только проявится. Это так было. У вас уже нагноение было. Ну и все. Прокачали, а теперь опять резать? Это же глаз, говорю, глаз, это не на руке кожа. Там тоже требуется внимание, ну не перемотки сделать здесь, а что сделаешь-то, когда внутри? Вот она рассказывает, где там, какие каналы идут, слезы, где они там идут, в каком месте? С той стороны черепа или с этой? С этой, так я могу пальцами давить тут как-то или что-то. Да я не знаю, там есть или нет. Короче, я доволен. Ну и сегодня говорили это все по любви. Это храм Божий, вы его разрушаете. Ну, конечно. Ты посчитаешь, что тебя святых. Льдом обрастали, как он сотник Даниил. И они жили, по горам скитались. А как он, его трехи назвали. У него кусок изо рта выпадал. И жили, смотришь, там 70, 90, 100 лет. Вообще ничего не было. И специально делали. Сделал коморку такую, чтобы только все время согнувшись. И в ней разные сделал окошечки, чтобы ветер продувал на сквозняке быть. Вот это и мучительство, а я-то не делал, я наоборот, Володя, он пропенил все вокруг. Закрыли все щели. Я доволен. Ну все, братья. Все, наверное. Ждем занятия. Ну, занятия будут, дальше будет видно. Ну, теперь я выставил сегодня собрание, посмотри его сейчас. Уже выставил, посмотри, как они меня там учат. Друзья мои, любимые. Вот я так, говорит. Валата, Сергей, ушел. Ну, ладно. Ну, все, с Богом. Здесь я. Я хотел тебя спросить, откуда ты решил, что мне Надежда Васильевна пилюли какие-то приносила? В Потеряевке она при мне это делала. В Потеряевке? А где она взяла что? Ну, капли глазные она вам давала. Я не врач. У нее это спросите. Я тебе говорю, если она и приносила, я их не прикоснулся. Ты ей врач назначил, не мне. Разве так можно? Тут врач конкретно мне выписала. Строжайше мне. А эти капли тебе совсем не подходят. Да еще совсем спятил. Она принесла, ну, для бабьего ума это как раз. Да. У меня, если глаз гноится, мне я никаким врачам не... Я знаю, какие капли нужно. Я беру и закапываю, и тут и бабой быть не надо. Но ты знаешь, вся эта информация. Ты хорошо знаешь, такой медик, а я не знаю, я не фельдшер. Я не знаю, и поэтому доверяюсь врачам, а не своим знаниям куцым. Все, ребята, давайте. Я еще вас вижу, хорошие мои. Давайте, с Богом. Разогнали болезнь, это никого и нету. Слава тебе, Господи. С Богом. Отошел. Болезни даются за грех. Аллилуйя. Сюда православные проповедники. Так. Так.